Все кормишь себя обещаниями начать бегать? Откладывать дальше не выйдет, потому что на Харьков надвигается настоящий ураган здоровья и спорта. 9 апреля он соберет бегунов из более чем 20 стран. Они лавиной прокатятся по улицам Харькова в рамках 3-го международного марафона. Ты с нами или будешь смотреть на бегунов из окна? Выбирай и регистрируйся на сайте harkivmarathon.com.